аванпосте Ордена в заброшенной церкви. Меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести. И продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. И всем привет, с вами Прости, это метро Ластлайт, это уже, наверное, 9-й серии. Я продолжаю, чё. Вот мы вылазим на болото. На этом прошлая серия и закончилась, собственно говоря. Этот чувак нам дал костюм защитный примерно. Нет, у него не защитный, у нас защитный, у него какой-то другой. Вот оно, болото. Да я как бы вижу, не слепой. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. Где он, я его даже не вижу. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. В воду не суйся, сожрут. Угу. Ну все, с Богом. Удачи, Артем. Окей, спасибо. Что, закроешься? А, не надо закрыть. Все, тогда я пошел, что. Блин, с оружием беда. Не очень много патронов, конечно. Самое оптимальное — отходить с калашом. Так, это накачан, вроде фонарик, чем я не накачан. Так, фигово. Пистолетик, фонарик и пусть. Так, собственно говоря, куда мне нужно? Мне нужно, я хочу вначале пойти в самолет. Самолет. А что, я по этой байде еще ходить могу? Фига, она мощная. Я уж слышу этих тварей, вообще офигеть. Блин, мне бы сюда запрыгнуть. Блин, не хочет Артем у нас прыгать, он не настолько ловкий. Так, что-то глубоко больно, давай выныривай, Артем. Понимаю, что тебе тут не очень нравится. Так, собственно говоря, где у нас самолет? Это было лучше так сделать. Нет, даже не так, вот так. Да ну тут вообще слишком светло. Где он на самолете? Фиг знает. Тут нельзя пройти. Тоже не пройду. Надо где-то тут обойти, чтобы здесь можно. Протрём. Снег еще тает. Так, тут может быть лут. Мне так кажется. Хотя... Что это за бандура? Креветка. Креветку. Блинула, падла. И не одна она тут, Валя. Они не очень... А, вон, можно забраться. Туда еще. Так и нет. Монстр, что ли? Да ну сонный в рот. А, их тут много. Валим, Артём, бежим. Так, я все равно понимаю, что нужно отстреливаться. Рукопашку. Даем грену. Валим. Не задерживай. Все. Блин, он и тут пролезет, тварь. Так, где эта самая вышка? Вон там она. Бежим, Артём. Артём, бежим! Должны успеть. Где-то самая вышка. Тут что ли где? Блин, нет, тварь. Как они вылезли туда? Блин, я потерялся. Где вышка? Чёрт! Тихо. О, лут. Вон вышка. Куда надо залезть? Они не окочурились. Или уже окочурились. Так, залазим, залазим, Артем. Фух. Так, снайперка. Снайперку я поменяю, наверное, вот на эту бандуру. Давайте поменяем и подъедем. Наверное. Сколько у нее патронов? Поменяем или нет? Блин, патронов вообще нету. Ну, снайперка все-таки.
пускай будет. Так у меня основной автомат. Я уже вас слышу, тварь. Там где-то ходит вот там. Эй! Да ему в очко стреляет. В принципе, его так можно быстро убить. Нормально, еще есть время. Я думаю, что... Ну, фиг знает, снайперку я, наверное, оставлю. Хорошая вещь. Надо определиться, куда нам чесать. Креветок тут очень много, поэтому отсюда надо сваливать. Это что за глист? Все, знает кого. Был бы у них еще лут, было бы полезно. Блин, не допрыгнул. Срать. Сюда можно залезть? Да. Вон сколько этих маленьких тварей. Так, отсюда нужно удирать. Это сразу понятно, даже идиоту. Падла пошел в жопу от меня. Стоп, залазим обратно. Надо определиться, куда валить. Давайте попробуем оттуда, что ли, сбегать. Тут кто-то гасится еще кроме меня, так что нужно быть ничего. Вот так вот пробежим его туда. Так, я уже задыхаюсь. Давай, Е. Блин, как менять фильтр? Стоп. Там было написано Е. Управление. По-моему, на Е же все-таки. Да, Е. А, Е, я жму на У, ё-ма. Все нормально. Так, у меня есть 5 минут. Фильтров у меня сейчас не так много, я насколько понимаю. Так, тут надо как-то наверх забраться, пожалуй. Я понял, что батарея моя слабо заряжена. Так, тут радиация. Можно туда? Блин, нельзя. Валим. Пожалуй, я от креветки свалю. Не хочу патрон тратить так быстро. На креветку много патронов выйдут, так что... Все, в домик. Надо подкачать это. Фонарик. Так, значит, куда мне? Туда погнали, сбегаем, попробуем. Честно говоря, я уже не помню, где самолет находится. Я просто сейчас буду на бум бегать. Надеюсь, что туда можно. Так, тут флажок. Типа, можно идти, да? Флажком идем. Так, это норма. Заходим сюда. Тут может быть лут. Проверим на всякий случай. Что натворил? А, это я типа поменял. Сохранение прошло. Это хорошо. Здесь еще вот. Я буду обороняться. Валим. Не нас зажали. Сейчас умру, наверное. Блин, падла. Я под себя гранату кинул. Так, тихо. Может, он сам откатится. Все. Все должно быть нормально, Артем. Нет, не будет ничего нормально. Кольнемся. Так, куда же мне? Туда можно сбегать. Так, тихо, тихо, тихо. Может, надо на картонах ходить, тогда они меня не спалят. По этим самым флажкам давайте пройдемся. Тихо, тихо, тихо. Вроде не спалили. Вроде бы. Ну что, 3, 2, 1, погнали. А, это что, дракон летает сам. Болят не надо. Я вроде не очень болюсь. Ой. Меня пропалили. Да, меня пропалили, Валя. В автобус. Единственная идея — это автобус. Не, блин, я в него не могу залезть. Не могу. Нет, не могу. Так, куда дальше? Можно сюда залезть? 1 минуту.
Вон самолет, собственно говоря, куда мне не нужно было. Иди отсюда, не мешай мне. Я не мешаю тебе, ты не мешаешь мне. Так, аккуратно. Отлично, до самолета мы добежали. Тут было то ли топливо, то ли еще что. Пустое. Тоже пустое, походу. А это что? Вот тут уже есть, походу, нет. Тоже. Все пустое, походу. Твою мать. Артём, надо что-то делать. Меня и тут достанут. Да ладно, убить-то не убьют. Ладно. Пошел отсюда. Я его прогнал. Или не прогнал. Нет, все нормально, вроде прогнал. Блин, фонарик в говно уходит очень быстро. Все нормально. Нет, не буду патроны на это тратить. О, вот, собственно говоря. Мины. Очень так неплохо. Что он еще сказал? Куда еще он говорил? Так, крыло можно пройти. Значит, это и имеет место быть. Блин, тварь. Сейчас я кочурюсь тут и все. Че, нельзя что ли? Куда мне тогда сюда? Нет, зря я сюда, наверное, пошел. Сюда вот. Да ладно, еще полторы минуты. Че ты так дышишь-то тяжело? Успокойся. На всякий случай. Так. Тихо. Давайте осмотримся. Блин, отсюда нифига не видно. Он говорил про лодку где-то. Но вот где она тут, я не знаю. Саны болото. Вот эти креветки еще вроде маленькие. Они не особо такие. Да я знаю, тихо, успокойся. Не надо, тихо, аккуратно, все, норм, норм. Так. Блин, падла, я сейчас не покачурю. Все, нет? Сейчас убьют, наверное. Вот проплывает, вот, нет. Выплывай, Артём! Так, вот я где выплыл-то? Что-то есть. Много чего есть, кстати. Надо это ж... Нет. Так, вот заметочка, прочитайте. Что у нас тут еще? Так, вот, можно фонарик подкачать, пока есть время. Топливо! Вроде есть чуток. Или нет? А тут... О, вот тут сразу видно, что есть. Да ладно, чего нет, что ли, где? Тут... Вот, топливо я нашел, отлично. Так. Слушайте, это меня не очень устраивало. Что я ей стрелять нужно, чтобы она убралась? Так, слушайте. Так, Артём, у нас... Норм, давайте меняем. Так, я что-то не хочу туда идти, как тут, из-за этой бандуры. Все, она убралась, пробежала. Так, и тут где-то должна быть лодка. Где-то в окраинах. Тут. О, кстати, заправка. Я не знал. Так, стоп. Тут где-то точно должна быть лодка. Где вот только? Кажется, станут где-то. Давайте сбегаем. На всякий случай. Без фонарика тут делать нечего. Хотя вроде не так-то темно. Не палимся. Ой, ёпта. Так, слушай, краб. Семейство щитоголовых. Отвали от меня. А зашкериться где-то. Варим.
Так, надо удирать, я лучше уберу. Блин, тут еще один корабль с головой. Все, ну они сюда пройдут. Или нет? Как они тут будут бегать, у меня будет время. Твою мать, нет. Так, давайте оббежим полностью по кругу болот, посмотрим, может еще пойдем найдем полезное. Так что и лучше всего еще оббежать несколько раз. О, я нашел четко. Раз сохранение прошло, это где-то лодка. Так, дракон тут этот сон летает. Где-то тут должно быть что-то. Так, погода тут быстро меняется. Не, брат. Не надо, твою мать. Куда? Шапка сама. Нет, что делать? Все, вот падла. Меня сейчас тут убьют, наверное. Лучше бы убили. Потому что хп... Ненавечно. Блин, это падла летающая. Где она? Что тут подло? Нифига не тут у меня. Так. Будем бегать. Будем бегать. Пошел ты. Да иди гулять. Ты тут падла. Давай беги отсюда. Прыжок веры. Куда идти? Пускай они меня, наверное, нет. Убить-то они меня все в любой момент смогут. Лучше победа. Тихо-тихо. По идее, тут где-то поблизости должна быть эта сонная лодка. А вот где она? Где она, я не знаю. Мне сказали, я забыл. Это норм. Еще лут нашел. Попал. Может его убить можно? А не, нафиг патрон дай. Что-то тут еще есть патрончики, неплохо. Так, давайте посмотрим, куда мне двигать. Туда вот, наверное. По идее, я так понимаю, что мне куда-то вот туда, да. Ладно, что, побежали. Привел сразу на ладно, упадет. Стоп, можно, поэтому пробежимся. Где перейти? Вот. Да ладно, нормальный шаг. Где этот щит-то? Туда вот. Нет, стоп. Глубина сразу он какая. Так, надо фонарик еще с сонной качать. Так, я, наверное, поставлю на паузу, когда найду, где эта сонная лодка. Продолжу. В этот момент я понял, что у меня кончились фильтры. Вот это жопа, все. Я их заменить не могу. У меня было всего два фильтра. Нужно что-то делать. Нужно думать. Да хоть сейчас снимать, блин, и все, и качуриться. А что это? Не, я задыхаюсь. Вдохнул, снял. Надо экономить. Да все, это уже точно снимет. Так, где это? Давай, уж убей меня, ё-моё, сонное говно. Все, надо задыхаться, потому что...
Фильтров нету. Так, оденем. Снимем. Последняя секунда моего вдоха была. Фильтров нет. Все. Ну-ка, давай, один. А, уже все, да, 0-0-0. Артём, не помирай. Четвёртая. Войск упает, что ли? На последний. Все, сейчас я точно должен сдохнуть. Вот оно, это место. Это около, короче, такого большого дерева. Сохранение прошло, но, блин, у меня нет ничего. Дайте мне хотя бы один фильтр, тварь. Надо искупнуться, и тогда будет норм. Я понял тактику. Ну-ка, вылазь. Артёмка. Где вылез? Все, ждем. Отстреливаемся. Такой момент сам, блядь, когда у меня фильтры кончились. Надо фильтр где-то найти, может тут будет такая. Ура! Фильтры! Пошел отсюда, тварь. Ура! Появились фильтры. Кидай грену. Нету, что ли? Так, давай. Пошли вы. Прибыло, прибыло. Тварь, тварь, сейчас не прибыло. Нужно бегать, пока есть возможность. Да все, этот окочурился. Еще другой вылез. Ну и этот окочурился. Вон оно уже плывет, оно уже близко. Плыви быстрее, зараза, у меня фильтр. Где-то тут эта паскуда ходит. Слышу же. Если что, ориентир большое дерево, высокое. Как это я быстро, однако, нашел. Да, невидимые текстурки, окей. Так, а где я вылез? Я здесь. Нормально. Блин, ну так долго плывет, зараза. Такое ощущение, что он вообще стоит и не плывет. Кто плюнул? Кто харкнул в меня, шпана? Может, его еще раз надо нажать? Он еще и не плыл, падла. Так, я так понял, нужно... Ой, ёлы! Вот это уже не весело. Иди сюда, гнида. Это не весело. И все, я под воду ушел еще, зараза. Так, все, я это оружие берег, но я тут понял, что оно очень нужно. Так, теперь подкачать бы его еще срочно. Он еще и не окочурился, да ел и зеленый. Он приехал! Давай, давай, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Есть! Валим отсюда, валим! Валим! Все. Тихо, давай, подкачаем! Давай, 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 давай! Мой единственный шанс свалить отсюда к чертям собачьим. Все. Ура! Пока я шел по болотам, меня наверняка было хорошо слышно. Если в церкви есть наши, то скоро я их встречу. Это было бы хорошо, если бы там наши были.
все, вроде подкачал, нормально. Бля, опять я этими золотыми стреляю. Почему так-то я? Я надеюсь, я недолго ими стрелял. Если я сейчас стрелял. О, у меня есть этот снайпер. Хорошо. Патроны есть. Так, я гляжу, тут есть немного масок, фильтров. Ну и масочка. Масочка у меня и так хорошая. Так, собственно говоря, куда мне идти? Блин, нельзя разбить, что ли, жалко. Мне не бойся куда-нибудь туда вот идти. Или туда. Давайте начали туда сходим, туда будем. Так, автобус, это хорошо, если в него можно залезть. В него нельзя залезть. Или не... нет, можно. Лут, лут, лут. Нету ничего, жалко. О, тут уже эти, с ними будет попроще. Относительно проще, конечно. В сравнении с креветками-то. Чё я у него тут там? Нет, будем очень экономными. Ага, где церковь-то? Это что? Походу, да. Так, значит мне туда. Пошел в жопу. Он меня пропалил. Так, ну что, давайте, чтобы хотя бы. 3, 2, 1. О, да. Надеюсь, я на том берегу. А я меня бьет. Ай-яу! Это больно было. Блин, я не на том берегу сплыл. Как туда пробраться, ссаный в рот? Так что ли, отбегать сюда? Нет, надо вот там как-то. Давайте там попробуем. Так, надо фонарик, наверное, подкачать немного. Все норм. Все идеально. Тут вроде не очень глубоко, а пройти вроде как можно. Это что, сохранение-то? Я только... О, это нехорошо, но атака. Ой, все, я вдыхаться начал. Так, знаете, однако это не очень хорошо, это мне не нравится. Так, надо как-то вот сюда залезть. Падла, кто? Откуда ты кто? Все, отвали, отвали, отваливай. Эти твари тоже не слабые, как бы, отвались. Ой, нашел какой-то путь куда-то. Уже бывал. Так, залазим сюда, смотрим. Надо быть очень экономным. Кажется, я уже вижу, как туда можно пойти, наверное. Все. Погнали вон там попробуем пройти. Тут я уже подло откуда вылез-то. Санье морское. Как он тут оказался, что бы спалил? Меня вышел. Так, вроде норм. Попробуем пройти то, что. Что-то мне как-то это не внушает доверие. Я уж кого-то видел, поэтому я лучше свалю. Да ну нафиг, скелет я не хочу воевать. Потому что это будет изубаться. Сюда тоже не пройти, е-мое. Надо с той стороны или с этой как-то обходить? А вот как с этой обходить, я даже не понимаю. Чего-то я опять, наверное, вижу. Так, сохранение очередное, блин. Я не хочу. Что будет, если отсюда? Да ё-мо, можно так было пройти. Ёпал. Вот
Вот опять я заслуг почил, да, признаюсь. Бывает такое. Дерево на кость похоже. Валим, валим. Лутаем. Собираем. Все, валим, валим, валим. Мне вот туда, я так понимаю. Да пошла ты! Креветки эти саны, блин. Чудовище, пошла гулять. Надеюсь, я сейчас к ним туда попаду, они меня пустят, я надеюсь. Я очень на это надеюсь. Отвали, креветка, я знаю, что ты сзади меня, даже оборачиваться не хочу. Ёпта. Сейчас она меня завалит. Сейчас прям креветки в пасть. Так, я даже оборачиваться не хочу. Нафиг, нафиг такой. Тихо! Так, нафиг, нафиг. Надо куда-то бежать, ну вот куда. Очень экшеновый момент, конечно. Надо вот туда вот как-то в это здание попасть. Даже не знаю, вот куда мне валить. Куда мне валить? Давайте еще раз попробуем напоследок. Потом уже все, до следующей серии, наверное. Я уж смогу. Вот, сюда можно было валить. Но это, я понимаю, мне не сюда нужно было, потому что... Потому что тут эти крысы бегают с саны. Так понимаю, это ловушка. Так, тихо. Так, саны. Еще одна растяжка. Так. Чё, кто? Ух ты, отлично, ура! Твою мать! Только не это! Артём, огонь по-большому! Пошла гулять! Сюда! Пошёл гулять! Надо вот этим стрелять, они как-то... Назад, тварь! Третий, прикрой! Нафиг, падла. Еще один! Нафиг, падла, бро! Ты очень жестко. Первый! Внимательнее! Пошел гулять! Готов! Ой, это жестко! Сюда! Огня! Пошел гулять! Есть! Завалили! Твою мать! Ты пошел догулять, зараза! Первый, сзади! Так, погодите, у меня пауза. Ну что ж, я продолжу. Вы большом убейте! Это будет очень проблемно. Еще один! Все, продолжим, играем. Так, готов! Я подкачал, конечно, по-моему. Но здесь... На берег пошла! Ребята, поддержите! Твари! Нажимаем его! Мы его долго добивать так. Назад, тварь! Так, все, у меня патроны кончаются. Давай, давай! Есть! Все, убили, что? Отходят! Да. Добиваем! Ой, не еле отбились. Все, они уж-то. Еще себе! Первый раз такого вижу! Прикол хотел зайти. Да это там креветка плывет. Что такое? Я утонул. Это норма. Это норма. Никогда ты такого не было. Все норма. Ну то я утонул еще, блин. По идее, в реале можно было вот отсюда допрыгнуть. Первый раз такого вижу. Реально. Глумимся над ним. Ну это тварь.
Блин, я все свои гранаты истратил, кроме ножей. А так норм. Снайперка, кстати. Так, давайте. Я сейчас. Где это наш? Рад видеть. Давай в церковь. Там да, безопасно. Эй, заходи. Окей. Заходи. Чего зря фильтры тратить? Я тебя увидел еще вон оттуда. Чуть не пристрелила. Ха. Ты не отзывался на запросы по радио, но потом как-то поняла, это ты. Надеюсь, простишь за ботсад. На ботанический сад, да. Мне там было жестко там. Что вы меня кинули? Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить. Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Возможно. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи.